Bună seara! Cojuhar i-a dat replica lui Kiseleov. Ex-vicepreședintele Olimpiei Bâlți, Serghei Kiseleov, a atacat recent Federația Moldovenească de Fotbal, arbitrii Șerif, FC Tiraspol și Academia. FMF, Șerif și FC Tiraspol au refuzat să răspundă acestuia. Pentru mine, Kiseleov este ceva între șizofrenic și clovn. Este o persoană care strânge tot noroiul din fotbal. Nu spune nimic concret. Acesta a trucat meciuri în Cupa Moldovei ca să ajungă în cupele europene și înjură arbitrii în fața copilului său. A fost replica lui Alexandru Cojuhar, președinte al FC Academia. Eu cred că astăzi este categoria privilegiovanih cluburi, такие как Шериф, ПК Тирасполь, это вообще клубы-сателиты, о котором все знают, и почему-то это молчится в течение 12 лет. Одни и те же воспитанники играют, переходят туда-назад, как бобики из, перебегают из ограды за ограду. Все об этом молчат. В этом году это Академия, привилегированный клуб. Была еще Спиранца, но сегодня отношения накалились. Вы понимаете, если бы это сказал какой-то нормальный человек, для меня Киселев – это скрещенное между шизофреником и клоуном. Его просто жаба давит, что у Академии все получается. На сегодняшний день мы собрали одних из лучших футболистов в Молдавии. Они с четырех континентов разных стран. И идем хорошо, показываем качественный футбол, почему-то он выиграть не смог у нас. И очень сильно нервничал, когда закрылся на своей половине поля. И я не уважаю людей, которые в лицо тебя видят, угощают чаем, а за спиной говорят гадость. Если он нормальный мужик, он должен говорить это мне в лицо. И почему у нас спонсор Жака уже 8 или 12 лет в федерации? Проводится ли тендер? Мне сказали, а что мы? Мы общественная организация, мы не должны проводить никакие тендеры. Это человек, который возле... Около футбольной собирает все грязи. Вот он собирает грязи. Он ничего конкретно не говорит. Не его дело, что федерация одевается в Жака. Это не его дело. Он должен заниматься своим клубом. И должен заниматься детьми, своей школой футбола. Тогда он получит результаты и плоды. А сидеть и смотреть в чужом белье копаться, это не его дело вообще. Федерация делает руками УЕФА, а мы думаем, что это богатый и добрый дядя Паша приходит и это дает. Будет дядя Паша, дядя Веня, дядя Франя, они все равно будут давать и дублировать то, что делает УЕФА для развития футбола в регионах и в этом. Посмотрите, стелят поля сейчас. Я посмотрел, какое-то поле недавно стелили, было видео на одном из сайтов. Оно все волнами покрыто. Это просто отчитываются, списываются деньги, и не делается что-то для футбола. Понимаете? Просто делается все для отчета. Сегодня идти против федерации – это идти против всего футбольного мира, который выбрал эту федерацию. И Чубан – это личность. Это не Киселев. Это не кто там, Леницы, откуда они взялись вообще. Эти околофутбольные люди. Это легенды молдавского футбола. И они всегда останутся легендами. Никогда Киселев не будет легендой молдавского футбола. Занимается телефонами, занимайся своими телефонами. Торгуй там своими телефонами. Уважай тебя в Олимпии. Ну и сиди там себе в Олимпии, спонсируй. Не получается у тебя заработать, так учись зарабатывать на футболе. Сегодня 50 человек или 100 ходят на матчи. Все за пределами Молдовы знают, что у нас весь турнир погряз в договорных матчах. Что у нас судьи берут деньги, только собаки не знают, которые бегают по улице. А мы это все на все закрываем глаза. Сегодня я вижу эту проблему и призываю сегодня всех как бы бойкотировать чемпионат в таком виде, в котором он сегодня есть. Киселев через кубок хотел залезть, отдавал матчи туда-туда. Все знают эти его проделки с дачей. Это смешно, вот так заходить в Еврокубки. И что дальше? И все повылетали в том году, по 3-0 повылетали. И дальше что? Serghei Kiseleov, în vârstă de 42 de ani, a anunțat luni 26 noiembrie că a părăsit echipa Olimpia Bâlți. Acesta este cunoscut pentru numeroasele scandaluri în care a fost implicat. На футболе, когда люди приходят и смотрят, как он орет матом на всех орет матом, и смотрят десятки, сотни людей на это смотрят, и рядом стоит его ребенок,
и матюкается на взрослых людей, пускай это судьи, пускай это кем хочешь, он и не имеет права на взрослых людей так матюкаться. Как он может воспитать футболиста? Он не может воспитать футболиста. И чем быстрее родители заберут своих детей оттуда, тем быстрее они спасут своих детей от шизофрении, понимаете, который человек неадекватный. Просто неадекватно. Он должен заниматься другим делом, и подальше ему быть от футбола. Это не его дело, что творится в футболе. Ничего не хочу сказать против клуба. Против клуба «Олимпия» ничего не хочу сказать, потому что это клуб это не Сергей Киселев. Потому что там работают и нормальные люди, которых я уважаю, которые давно в этом клубе. Bătălia mare pentru locul 3 în divizia națională. 7 echipe pretind la această poziție, dar locul 3 îl ocupă FC Tiraspol, care a trecut pe teren propriu de FC Academia, scor 1-0 într-un meci din etapa 19-a din divizia națională. FC Tiraspol a marcat singurul gol al partidei în minutul 71 prin Costrov. Academia a egalat în minutul 90, dar golul a fost anulat pe motiv de offside. Într-un alt meci al etapei, Iskra Stal s-a impus dramatic la Bălți în fața Olimpiei, scor 2-3. Olimpia a marcat prima prin Șevel în minutul 5. Iskra Stal a egalat în minutul 27 prin Kirkevici. Echipa din Bălți a condus cu 2-1 în minutul 45 după reușita lui Kazlov. Oaspeții au egalat din nou în minutul 79 prin același Kilichevici, care a reușit dubla. 23. Nicologlu a stabilit rezultatul final, 3-2 pentru Iskra Stal în minutul 83. Într-o altă partidă, Dacia s-a impus pe teren propriu în fața lui Milsami, scor 1-0. Singurul gol al meciului a fost înscris de Cârcotici în minutul 5. Speranța a remizat la Vadului Vodă cu FC Costuleni, scor 0-0. Într-un alt meci al zilei, Șerif a desfințat-o pe Nistru, scor 7-1. Pentru galbenegri au marcat Peșić, Dedov de două ori, Stanoievici, Balima și Rață, iar pentru gazde a înscris Ucraineț. Șerif este lider cu 50 de puncte, Dacia ocupă locul 2 cu 8 puncte mai puțin. FC Tiraspol se clasează pe poziția 3-a. Pe ultimele locuri sunt Nistru și Speranța. Țigârlaș a plecat de la AFK Gomel. Internaționalul moldovean Igor Țigârlaș a părăsit echipa din Belarus. Despre aceasta a anunțat site-ul oficial al clubului. Țigârlaș însă a declarat că ar putea reveni la AFK Gomel. La AFK Gomel am avut practică de joc și cred că a fost o perioadă bună pentru mine. Aș putea să revin la această echipă, dar voi decide deja după concediu, a declarat Țigârlaș pentru site-ul oficial al clubului. Mijlocașul moldovean Igor Țigârlaș a jucat 14 meciuri pentru AFK Gomel și a înscris 4 goluri. Igor Țigârlaș a fost desemnat de site-ul Football din Belarus, cel mai bun jucător al lunii septembrie din campionat, după polonezul Pavel Wojciechowski de la AFK Minsk. Echipa lui Țigârlaș, AFK Gomel, s-a clasat pe locul 4 în campionatul din Belarus, la 18 puncte distanță de Bată, care a devenit campioană. Formația fundașului moldovean Alexei Gonciarov, Dinamo Brest, a ocupat locul 8. Gonciarov a jucat 15 partide și a marcat un gol. Pe lângă AFK Gomel, Țigârlaș a mai jucat la Ventspils, Cernomoreț, Metalurg, Zimbru, AFK Kharkiv, Metalist și Shakhtar 2 Donetsk. Igor Țigârlaș, în vârstă de 28 de ani, a bifat 21 de partide pentru Naționala Moldovei și a marcat un gol. Elevul lui Spiridon Adrianu a fost suspendat.
Atacantului Shakhtar Donetsk, Luis Adrianu, a fost suspendat pentru o etapă în Liga Campionilor de Comisia de Disciplină a UEFA din cauza lipsei de fair play în meciul cu Norcheland, când a marcat un gol controversat. Astfel, acesta nu va juca contra lui Juventus Torino la 5 decembrie, dar va participa într-o acțiune organizată de Forul European. Decizia a fost luată în baza principiilor de conduită sportivă, articolul 5 din regulamentul de disciplină UEFA. Trebuie să ne fie rușine pentru acel gol, a declarat acum câteva zile Rinat Ahmetov, patronul lui Shakhtar. Этим голом мы не можем гордиться, этого гола мы должны стыдиться. У всех у нас болит душа, у всех у нас болит сердце. Adriana извинился, Dario извинился, Lucescu извинился. Depois de analisar o vídeo, eu tenho peço desculpa, respeito as regras da UEFA e nunca aconteceu isso comigo. Então acho que eu tenho que pedir desculpa a todo mundo, a UEFA, que pelo acontecido na partida. O atitudine, o măsură. Dar eu aș vrea ca și oamenii de acolo să înțeleagă că în astfel de situație nouă, din toate punctele de vedere pentru noi, nu se știa în momentul acela ce atitudine. Dacă te așezi în teren ca niște statui și lași să treacă pe lângă tine să marcheze gol, e și asta o atitudine nesportivă. Deci aș spune că ezitarea noastră a plecat doar din jucătorii în teren nu-și dau seama ce trebuie să facă. Ne pare extrem de rău în continuare că s-a întâmplat astfel de situație. Dar jucătorii noștri noi trebuie să-l apărăm. Я хочу сказать, что у всех у нас болит сердце, и у всех у игроков болит сердце. На сегодняшний день что мы можем сделать? Мы можем только сказать простить. Мы больше ничего не можем сделать. Я хочу сказать, что мы в такой ситуации впервые, я убежден, что больше мы никогда не окажемся. Поэтому именно за этот гол, простите. Голul lui Adrianu a iritat mulți microbiști care au creat o pagină pe rețeaua de socializare Facebook în care invită suporterii să-l urască pe atacantul lui Shakhtar. Let's hate Adrianu! În mai puțin de 24 de ore, pagina a strâns circa 8.000 de simpatizanți. Adrianu nu a scăpat nici de critica presei din Europa. Adrianu nu este primul fotbalist care a marcat după ce a ignorat legea fair play.